Эй. Мы здесь закончили, сэр. Ваши указания. Ты все знаешь. Протокол чистый лист, сэр. Гуляй так по полной, да. Да. Рождественское утро мой путь подошел к концу. Ты начинаешь с благородной идеи, с чистыми помыслами, затем совершаешь ошибки. Идешь на компромиссы. Мы сами порождаем своих демонов. Как и обещал, я исцелил Пеппер. Пришлось повозиться. И тогда я подумал, а почему не пойти дальше? Некоторые считают, что прогресс опасен. Но этим идиотам вряд ли приходилось жить со шрапнелью в груди. А теперь не придется и мне. Должен сказать, я давно так не высыпался. Пневмопулемет, Марк 2, твой друг механик. В общем, если делать какие-то выводы из всего этого, я бы сказал, что мой костюм никогда не был фасадом или хобби. Итак, возможно, это был кокон, а может, новое начало. И отныне я другой человек. Можно забрать у меня дом. Все мои примочки и игрушки. Но одного отнять нельзя. Я железный человек.